Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 10 октября 2020 года. Хочу сделать обзор своего подвала. Вот это у меня стоит консервация, но эта консервация не вся. Здесь и капуста, и помидорчики, и огурчики, и салатики. Короче, всего понемножку. Здесь у меня морковка мелкая и поврежденная. Это я использую сейчас в первую очередь, даю курочкам и использую для себя. Еще консервация у меня стоит, показать не могу. Вот банки по самую стену и заложены картошкой, потому что у нас там были такие дыры, что их никак нельзя было забить, а мы просто заставили консервации. В общей сложности у меня консервации 100 банок. И целая морозильная камера замороженных овощей и фруктов. Здесь картошки у меня лежит 20 мешков. Вот таких вот мешков. Вон валяется у меня мешок, как из-под сахара. Свекла. Свеклы у меня мало. Я сажала тоже мало. Ну, мы не очень-то едим. Для нас это вполне хватит. На винегрет, на борщ. У меня муж больше любит борщ без свеклы. Не любит вот он ее свеклу. Здесь вот морковь у меня помытая. Карасель. И морковь шантане. Хорошая. Я вам показывала, как я выращиваю морковь. Выращиваю ее густенько и не прореживаю. Картошечка очень-очень даже хорошая. На зиму нам хватит сполна. Даже и на посадку останется. Но на посадку я сажать много не буду. Покупала я картофель по 15 рублей. Вкусная, мне нравится. Стоит ли, грубо говоря, горбатиться на огороде и ее выращивать? Если раз в год можно на 10 тысяч купить картошки, собравшись всей семьей, сложившись и купить. Ну вот и все. Вкратце я вам показала свои закрома. Кабачки я еще не заносила и, по-видимому, я их не буду заносить. В теплице я на кабачки высыплю стружку древесную. Морозов сильных нет. Что сохранится, то и сохранится. А что не сохранится, курочки как-то особенно не бросаются. Есть кабачки, свет включен, как моя тень отражается. Вот так. Еще капусту не убирала. Буду убирать, наверное, где-то в конце октября, потому что в тепле она начнет быстро гнить и вянуть. Я даже вот морковь сегодня, последний день, вот убрала 10 октября. На месяц позже, чем в прошлом году. В прошлом году я убрала свеклу рано, убрала рано и морковь, и она у меня повялась. Было, грубо говоря, что зря. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч, пока!